Привет, приехал ко мне товарищ, вот, привез противоградовый тент. Вот сейчас мы его немножко протестим. Я не снял вот этот аппарат. Противоградовый устройство, вот такой вентилятор. Вот такая вот красота у нас. Все, чехольчики грамотно. Вот, допустим, что начинается град у нас. Что музыку чужую использую и нарушаю чьи-то права. Так, музыку мы выключили. И вот таким образом он раскладывается по машинке. Вот таким чехлом. Вот. Шикарно разложилось это все. И что надо сделать? Вот такими тесемками можно, допустим, зафиксировать за колеса. Вот и привязать. Хоп, есть. На литых дисках будет проще, конечно. Ну да, там, где расстояние будет проще, здесь колпаки, но в принципе это не так уже и критично. Вот, два места мы зафиксировали из-за колесика. Вот он. Третий. Обалдеть, все просто. И четвертое крепление у нас. Можно навести? Ну пока не надо, не называй. Вот. Так, ну теперь вот эти. Да, и в принципе, эти боковушки. Крепить, да. Их поднимем, чтобы можно было подвесить. Вот так у нас автомобильчик укрыт. Но как вы понимаете, что даже двойной тут материальчик, он не спасет от града. Тут есть свои нюансы. Вот так вот открывается. Здесь рукав. У нас находится рукав. И надеваем его на электровентилятор. Включаем. Машину заводи. Нет, сначала машину заведи, Антон. Вот у нас сотрудник научный включает эту всю красоту. И она начинает надуваться. Плавно, плавно, плавно. И вот такими широкими рукавами надувается. Давай. Вот, везде, даже с боков. А вообще, как плот надувной МЧСовский или какой-то. О, шикарно. Ну, такую конструкцию, я думаю, никакой град не пробьет. У него ума не хватит, у града. Вот, тут это как на детском батуте можно прыгать. Очень хорошую нагрузку он будет держать. Вот, очень приличная штука. И вряд ли через такую что-то пробьет. Вот, машина приобрела вот такую интересную форму. Вот, шикарная вещь. Я еще раз повторюсь, что продумали, молодцы. Нагрузку выдерживают приличную, прям очень приличную. Вряд ли какой-либо град. Тут даже в эту машину можно сейчас, грубо говоря, даже камнями или кирпичами кидаться. Мы этого делать не будем, конечно, но тем не менее действительно можно просто-напросто и галышами, и камнями, и кирпичами кидать, до машины вряд ли достанет. И материал, ткань, я не знаю, с чего она сделана, но мы, да, ткань такая и легкая, и прочная. Вот такая вот замануха антиградовая. И цена ей? 12.
12 рублей. Но с другой стороны, это хоть и не дешево, скажем так, но все равно машину спасать от града бывает бьет так, что там и ничего не помогает, да. Но в данном случае такой бы чехол спас по-любому от любого града, который у нас тут были, хоть торнадо пусть будет. Вот такой вот антивандальный, антиградовый чехол. Вот мы его сдули, скрутили, и сейчас вот в этот чехольчик и в багажник, и все. В данном случае при определенной сноровке это все быстро и культурно делается. Вот такая вот. Если бы был источник постоянный, то можно как на лодке на нем плавать, наверное, было бы. Вот и все. Примерно вот такой вот. Как маленькая палаточка. По весу он, я так сказал бы, ну, может, килограммов около 3. И вот такой еще раз источник наддува. Вентилятор в кожухе, типа как вот печка. И он достаточно нагнетает, быстро и хорошо держит. Все это помещается в тот же самый чемодан. Бери вот такую авоську. И все, и в багажнике смело катается. Вот, особо много места и веса он не занимает. Все хорошо и прекрасно. Вот такой вот репортаж. Все, всем спасибо. Пока-пока. До новых встреч.